Все-таки со мной пойдешь, Коша? Или ты вокруг пойдешь? Идем. Хорош. Хороший. Что там, Пуаро, что ли? Где? Вот он. Ну, ты увидел, наконец, эту оставлятельницу меток, которой ты перемечиваешь? Что происходит? Кто там меня учит, Мороз? Вокруг Мороз, иди сюда. Этот бардак мне надо будет сейчас убирать, но не сейчас, в ближайшее время. Тут ветром все разметало и кучу всего под совешню. А там у меня картонки лежат еще. Будет пристраиваться веранда. И больше всего я беспокоюсь, что пострадают эти березки. Они очень красивые. И очень не хочется, чтобы они страдали. Ну что? Что? Хорошо, стой. Иди-ка сюда. Крадется. Так ненавязчиво знакомиться. А что у тебя там на шее? Розовое вот что-то такое. Болячка какая-то. Царапинка. Да? Ну что ты, Мур? Да не бойтесь. Да, давай. На березу ссать можно, на елке нельзя. Роша такая, я не понимаю, что это. Учуяла метку. И ты нам на мою березу. Ну, это вот вообще невежливо ни разу было. Мороша. Да, конечно, вот только в сравнении с другими котиками размеры Морошки начинают впечатлять. А так она привычного вот такого, это, ну, кошка и кошка. Ну, причем она не крупный мейн-кун. Ну, сколько там, 6,5 килограмм того мейн-куна. Но у нее ноги длинные. Она сама вся длинная такая. Пасется овца. Ладно, сейчас. Надо все-таки цыплят взять. Морож. Мороша. Кош, Морож. Такой полный игнор кота вообще. Он, наверное, в шоке. Ты на меня не смотришь? Как это?
Маруше сейчас тоже надо туда метку оставить, да? Пошла за цыплятами все-таки. Что у вас? Маруша, ты домой? А ты сидишь. Поро, кис-кис-кис. Поро. На, держи, тебе тоже цыпленка. Маруша, ты его выманиваешь домой, что ли? Пойдем. Коша, пошли, пошли. Маруша. Где ты идешь? Пойдем. На, ты чего? Тебе цыпленка не дадим. Нет, нет, нет. Пойдем. Пойду Пуаро попробую тоже цыпленку дать. Тебе еще и рано. Нет. Ой, бедненький, он теперь будет Марошу звать. Нельзя купить. Дай пойти. Нельзя, говорю. Куда он уже ушел-то? Кс-кс-кс-кс-кс. Котик. Кот. Он уже птичникиному кафе ушел орать. Котик. Кс-кс-кс-кс. Ты где? На, скорей. На. Будешь? На. Иди сюда. Вон он. Иди сюда, на. Кс-кс-кс. Или тебя кинуть туда. Ты привык к камушкам ароматным. На. Кс-кс-кс-кс. Пару, держи. Ой, да это... Ну вот. Я же тебе еду предлагаю. Же я не ем в незнакомых местах еды. Ой, ну ладно. Все, он под совешню ушел. Ну ладно. Кажется, снег начинается. Да, Юль. Ты хочешь цыпленка? Очень хочешь? Да? Но я ему дам лучше колбаску собачью. Ну чего ты, кот? Не, кот уходит, ладно. Сидеть. Уп, сидеть. Сидеть, говорю. Сидеть. Вкусно? Ты даже проглотил, не жуя, да? И смысл тебе такой давать? Пойду к Саве. Да, снег пошел. И стоит тучи снова. На уж.
Я уже замерзла ходить, у меня рука заледенела. Кстати, тут тоже лед, но тоненький. Актинидием по второму разу того. Все почки, что новые решили открыться, они замерзли снова. В общем, не знаю, не буду сажать больше никакие актинидии. Настолько неустойчивые. Они очень рано распускаются. Ты гуся переложила? Сова, привет. Ёлонька. Цыплята у тебя под гусем. Ты видела? На. Я его вот так положу, а цыплят ешь. Коварный какой гусь, да? Вообще. Ну вот так вот. Так что. Тебя, наверное, вот оттуда дует. Ой. Все, ешь. Молодец. Собаки лают. Ешь, Юль. Пойду смотреть, что там собаки лают. Пуаро решил еще прийти и подкрепиться паштетиком. Какая вкусная. А это ящик я вытащила, чтобы пройти можно было. Потому что здесь сейчас вот так вот. Тоже не пройти, не проехать. Все вот так.